Домашнее задание Александра Хачкова. Вся жизнь – борьба, и все наперекор, но собирать пора раскинутые камни. Жду, как и все, небесный приговор. Увы, дружище, закрываю на ночь ставни. Года всплывают, рушатся мечты, в душе осенняя погода воцарилась, я на краю бездонной пустоты, где книга истины любезно приоткрылась. Пускай остался мне всего лишь шаг до той черты, где душу встретит вечность. Дух любопытства, наш извечный враг, меня доставил скорым до конечной. Я, как всегда, наперекор судьбе, ступая босым на разброшенные камни, сбежал от рока по глухой тропе, забытый Богом и годами вечный странник.